Всем привет! С вами Павел Никифоров, а значит, вы на канале Кузов Лаб. Сегодня у нас очередной эксперимент, очередное тестирование, и мы с вами тестируем сегодня не химию, не краски с другими какими-то материалами, мы тестируем оборудование. Оборудование окрасочное. С нами представитель компании Finishing Group, Сергей Родионов, с новой линейкой краскопультов Согола. Я Сергей Родионов, технолог компании Finishing Group. Хотел бы сегодня представить нашу новую линейку пистолетов Согола, которой мы занялись в прошлом году. Сегодня мы в гостях у канала Кузов Лаб в учебном центре. И вместе с моим коллегой Павлом Никифоровым мы протестируем эти пистолеты. У меня в руках премиальный краскопульт от бренда Согола 4600 Extreme. Ну, довольно-таки приятно сидит в руке. И смотрите, даже интересно, есть QR-код. Можно щелкнуть и перейти на испанский сайт. Очень интересно. Итак, Сергей, что в этом краскопульте есть интересного? Сейчас мы наносили базу головой Aqua. Как я уже говорил, эти пистолеты роднят с дрилбисом концепция, роднит с дрилбисом концепция сменных воздушных голов. То есть в данном случае стоит голова Aqua под базовое покрытие, то есть как и органорастворимые, соответственно, покрытия, так и водные. Расход по воздуху на данной голове составляет 285 литров в минуту. Это немного, но это очень сочная голова, это очень активная, скажем так, голова, очень быстрая получается с ней работа. Вот. И в комбинации она сейчас идет с дюзой 1 и 3. Нам уже удалось нанести базовое покрытие, вот буквально сейчас мы это сделали. Могу сказать так, что вот этим пистолетом очень комфортно работать, он контролируемый, то есть наносить базовое покрытие очень удобно. Так бы хотел еще отметить очень ровное нанесение базового покрытия с этой воздушной головой. То есть, если вы заметили, да, что на сложном цвете, в общем-то, на втором слое база лежит очень ровно, в общем-то, и подравнивать, скажем так, на пониженном давлении нет особого смысла. Ну да, взяли специально сложный цвет 1G3 тойотовский, посмотреть, как будет наносить данный краскопульт такой сложный цвет. Специально делали в залив второй слой, чтобы сымитировать такие некачественные условия окраски. Пистолет с этими условиями вполне справился, то есть нареканий по нанесению базового покрытия нет никаких. В линейке пистолетов Согола существует очень широкий набор дюз, то есть есть промежуточные варианты, это не только, скажем так, стандартные 1.2, 1.3, 1.4, но и 1.2 XL, 1.3 XL. И, собственно, 1.4. То есть это сделано для того, чтобы маляр смог, в общем-то, с нашим большим выбором материалов на рынке подобрать для себя оптимальный вариант. Потому что иногда хватает, скажем так, одного размера, да, пусть чуть-чуть побольше. Может быть, какого-то размера кажется нам много, наоборот. И для этого, в общем-то, у Согола есть хорошее предложение. Что могу сказать? Это самое быстрое из того, что я либо пробовал из всех краскопультов. Самый быстрый вариант с головой Clear, с дюзой 1.4, но мне показалось, Сергей, что с этой дюзой он слишком много льет. Я бы сюда, наверное, поставил дюзу 1.3, может быть, 1.3 XL, она бы была более оптимальна. То есть 1.4, даже самый густой лак, он его просто проплевывает очень быстро, надо очень быстро махать рукой. Я соглашусь с тобой, Паш, это вариант у нас сейчас стоит очень скоростной, даже, в общем-то, для не такого, не самого простого лака, да, 680 бренда 1. Этот вариант был очень быстрый, в общем-то, и многие наши коллеги это отметили. Вот. И да, действительно, для этого лака было бы, наверное, оптимально 1, скажем так, 3 XL, как, наверное, скажем так, универсальный вариант, в общем-то, для именно конкретно этого лака, так и, может быть, для лаков, которые по жиже. Вот. Но в любом случае, эта голова Clear, потребляет они расход воздуха 290 литров в минуту.
Вот. В общем-то, несмотря на то, что она, потребление воздуха у нее меньше, чем, у, допустим, у аналога TE20 на Deutis, она не то, что не менее быстрая, она даже быстрее, наверное, чем TE20. Намного быстрее, и да. Даже быстрее, чем SATA RP. С чем, собственно, все любят маляры как бы сравнивать. Да. Вот. Очень хороший, быстрый вариант для нанесения лака как, в общем-то, в камерах, там, да, так и для нанесения лака в гаражах, поскольку потребление воздуха не очень большое. Это был самый честный обзор краскопульта Sagola 4600 Extreme. С вами был Павел Никифоров и Сергей Родионов. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До скорых встреч, скоро увидимся. Всем пока.